название будет какое-то? Стилизация после вкуса. Чего? Стилизация после вкуса. Это фигня вообще. После вкуса. Хотели знать о моем старшем брате. То, что не было его, да, это правда. Скорее всего, я его придумал когда-то и верил в него несколько лет, но не дольше. От него мне достались рубашки, футболки на 2 размера больше, брюки и обувь, велосипед без педали, невредимые санки, 2 раскуроченных самоката, фольга с шоколадной медали, фотографии в рамке. Все. Все остальное под катом. Все остальное под катом. +2 под катом. Все остальное под катом. Или грузовикам весь фильм, блядь. Братья называлась долгое время «Новая сидячая». Вот. Потом она, когда появились какие-то поновее песни, однажды Денис сказал «Старая сидячая», и Славик начал думать, какая это «Старая сидячая», потому что есть уже новая. Понятно. Очень долго новая это называлась «Юзербит». Была путаница. А когда она появилась? Потому что я первый раз вот там в Харькове услышал. Мнения раздвоились. Денис сказал, давай еще пару дублей. Я говорю, да не надо ничего писать, короче. Ты слушал нормально? Ну да. Там ну, есть вот такие прокольчики, там короче. Там есть вот это место. Там-та-дам-та-дам. Там такое неровно. Это выровнять. Можно же жалочку, компрессор. Ну, да, я тоже считаю, что не надо. Я тоже, да. Какая появилась? Ну, это старшим братьем. А, старшим братьем. Я в Харькове услышал первый раз, но впечатление было, как будто я ее уже где-то так, слышал. Так, какую следующую песню? После этого. Она появилась 2 года назад. Сейчас, секундочку. Армада Саунд. Армада. Нас сказали, нет времени. Поехали. Готов? Можно? Йоу. Поехали. Перестанет болеть голова,
когда две первых песни, а боль не проходит. Это быстровато. Быстровато? Нет, мне показалось быстровато. Ну, чуть-чуть начинаем, медленнее в начале, просто я же резко не могу. Макс! Чтобы отвлечься, пытаюсь шутить две-три фразы на итальянском. Кисть, руки, пальцы предплечьем не пошевелить. Самостоятельно не подняться. Собираюсь тебе больше писать, звонить твой звонок и вообще тебя видеть. А там где-то разок задел. Что? Да, блин, заменит Макс. Понимаешь, чем дольше мы будем играть, тем меньше запалов. Я понимаю. Понимаешь? Б2 подошел и говорит, вы знаете, что? Спой свою партию. Вы только не обижайтесь, но мне больше нравится, как поет ваш басист, чем... Я не знаю. Песня, она тоже скучная. Но я там включу барабан. Просто она сейчас сохраняет. Слышишь, как вот это подкачивает, охеренно. Вообще просто... Этот хит придумали только пару дней назад. Он вообще такой же... Мне кажется, хит давно придумали. Нет, просто он... Я не специально так получил, я же не робот. Вот здесь чуть-чуть дилей, но хол такой, все вокруг. 3D дилей, знаем, да? Все знаем, да? Сейчас послушайте, не надо щелкать. Коля, хватит щелкать, дай нам возможность, Коля. Дал мне сейчас. Вот это, главное, чтобы вот это место Юра не видел. Замахиваюсь, короче. Да, да. Зайцы это сейчас будут. Холод. Холод. Эсхол. Так, тихо. Накрутишь? Не клево, бас звучит очень много. Мне нравится. Извините, класс, пацаны. Класс. Но это не заслуга Армады. Это заслуга Коли Сисенко. А я чё уроду? Так, короче. Отлично. Прививка дальше. Да. Так, 120. Давайте все с первого дуба. А звук пишет вот это, да? Да. Что за херня? Почему компьютер виснет? Потому что Армада Саунд.
Реклама сейчас была. Не по нотам. Позволительно заклеен мой иммунитет. Зеленка, пластырь и домой. И там кулек конфет. И что-то желтое большое. И ты сам по себе. Тогда все было так понятно. Тебе всего 5 лет. И что-то страшное чужое шуршит в листве. Ты под защитой метеорита. И он уже в тебе. Той самой лучшей медицины. Страны, которой нет теперь. Да. Не боюсь воды намочить. Простите, кто у нас занимается компьютерным обеспечением? Моя прививка не болит. Моя прививка не болит. Нормально было все. Мне кажется, вот, ну, вот так сыграли. Мы же умеем. Что не смогли смысли все, я не чувствую. Я мог пока, когда мог писать. Да, блин, завтра. А? Хоть завтра. Не бывайте только дома. Давай дома мне все. Не хочу на... На аниматик снимать. Скажет Панцева. Не может оно надо. А Костика? Завтра перестань. Под Гайдова писали. Тебе на что? Тебе же не сидеть, не сводить потом. Подожди, подожди. У нас последняя вот эта с примочками. Лодочка и... И что там еще? У нас уже так все началось, то уже надо так продолжить. У нас мы уже нормально все. Потому что они виснут так же, как... Программа на Армаде Саунд. Потому что они на Висте до сих пор сидят. Цитируем великих. Ну давай запишем. Ау. Так, сейчас слушаешь свою вот эту, что ты записал и пишешь сразу. Понял? Так, послушаем. Не могу попасть просто. Может тупо погромче сделать ту партию? Постпродакшн. Я понял, смотри. Или все-таки 130 оставить? Это 128 сейчас. А, я не знаю. Давай. Поставь 130. Сыграл свою партию, ждешь, пока она проиграется. Или играй дальше, а потом играешь следующую партию сразу. А, вот так вот? Ну давай тогда. Поехали. Здесь барабан наступает, да? Каждое утро модель.
Для меня это трудно так же, как искать друга. Или проще сказать, искать в воде мутной то, что было когда-то. Нужно кому-то, пахнет стеклом смолы эпоксидовой, что-то похожее на запах бензина. Чем и кого ты смогла прогневить, только сказать: суденышко, плыви. Серою краской получается чудно. Или проще сказать, после первого круга прекратить подвязать, едва увернувшись сеть. 8. И дальше у нас еще куплет идет, да? Еще два куска куплета. Все это. Короче, все вот это до самого конца. Просил же я как человека. Завтра в 6.45 разворот, и никто никуда не уйдет, даже если солнце сядет за горизонт. Я хотел бы попробовать фокус. Меня не очень волнует переработка, перерасход. Ну, жмем павильонные съемки, если нам это что-то дает, я успокоюсь. Но вы тоже поймите, у меня сейчас в кадре ребенок, у которого ноет живот. Я прошу всех уйти. Тишина на площадке. Творчество не нужно на запуск, надо играть так и так. Вырывает, блин. Да? Кстати, вообще. Лишь бы Макс ничего не испортил на сведении. А, он не слышит. Баклан. Я думал, что мы исчерпаем 3 альбомами. Казалось, что это можно растянуть альбомом до 5. Ты же понимаешь, потом в контексте, в монтаже, где твои слова будут восприняты очень серьезно. Я
конечно, никакой ответственности не несу. С меня спроса нет никакого. Главное успеть это сделать. Дальше там уже никто возражать не будет. Если дадите прочесть рецензию, не пораните крестом полумесяцем. На кого мы похожи? 2-3 словца. Я больше всего похож на отца, гораздо больше иных имен и названий. И отсутствие музыкального образования — это тоже. Прощай, дорогая моя редколлегия. Все те, кого мы считали друзьями, коллегами, прощайте и подавитесь своими бутлегами. Все это последнее. Переписать. А сильно вот надо, ну, мягче ее играть. Снимаешь, да? Давай, покривляйся мне. Не, сейчас буду делать Дед Мороз. Давай. Есть? Правильно уйти, да.